встречает юбилей свой многогранный Нина Михайловна Мурахтанова. Менеджмент организации Института финансов, экономики и управления Тольяттинского государственного университета. Нина Михайловна, этот вечер мы посвящаем вам. И наша основная просьба, вы не переживайте и не волнуйтесь. Все будет хорошо. С юбилеем вас, Нина Михайловна. С юбилеем. Чудо то, что научная работа и преподавательская деятельность позволяет людям сохраняться в бодрости и души, и тела, и чудесно выглядеть вот в таком возрасте, и всегда вот думаешь, и мне бы так. Поэтому это чудо на самом деле. Дай Бог вам здоровья. Я всегда вспоминаю, когда вас встречаю в коридоре, как я вам сдавал экзамен. Вы мне поставили 5, спасибо, по организации труда. Это было. Помню, боялся. Да, действительно, преподаватель был строгий. Это очень хорошо, потому что вот всегда Нина Михайловна своим и внешним видом, и поведением, и тактичностью, отношением к студентам, еще в те времена, я это хорошо помню, она заставляла мобилизовываться. И сейчас ничуть не изменились, заставляете подтягиваться, и спасибо вам за это. Это замечательный человек, ученый, преподаватель с большой буквы, но это и хранитель профсоюзных традиций нашей профсоюзной организации. Поэтому мы очень благодарны Нине Михайловне, что она всегда была с нами. Она хранит в глазах живой блеск, интересуется жизнью и дает всегда очень умные ответы на те вопросы, которые нам ставит жизнь. Досточтимая Нина Михайловна, научное сообщество университета, его профессура, объединенная Домом ученых, который вы украшаете своим присутствием неизменно всегда, своей человеческой добротой, своим соучастием, своим удивительным интеллектом, совершенно оригинальным, который так важен для Дома ученых. Так вот, научное сообщество имеет честь поздравить вас. Мы учреждаем для вас специально, Елена Григорьевна, пожалуйста, покажите. Вот это символ мудрости, символ учености, сова в виде броши, которая как свидетель, к ней есть сертификат, вы его прочтете. И что подтверждает этот сертификат? Он подтверждает, что вы имеете право носить в любое время года и суток. Это наш знак признательности, уважения и подтверждения этой высокой учености. И в нем же и вот материализация нашей любви, уважения, почитания, благодарности и поздравления, дорогая Нина Михайловна. Представляете, 45 лет мы вместе трудимся с ней. Он, ректор, даже не успел родиться, а мы уже работали вместе. Вот за 45 лет, Нина Михайловна, я не помню случая, чтобы мы с вами поругались. Это говорит о вашей высокой культуре раз, высокой терпимости два и вообще трудолюбии. Я с вами прошла очень хороший путь от лицензирования специальностей, становления этих специальностей очень сильными и востребованными в университете. Только ваша святая уверенность, что это правильно и так должно быть, позволили мне вступить на этот путь совершенно не скользко, а очень хороший. Рядом с нами были очень достойные, умные люди, которые нас поддержали, Валентина Петровна и Анатолий Николаевич Ерыгин. И то, что вы сделали, и то, что сегодня институт существует в нашем университете, это все пошло от вас. Вы исток и родник.
и, наверное, в будущем будете для них живой водой всему институту. Хочется пожелать вам, чтобы вы были всегда с нами, а нам, чтобы мы были с вами. С днем рождения! Нам свое время посвящали. Мы не были для вас обузой, когда зачеты вам сдавали. Мы вас сегодня поздравляем и дарим вам сердца свои. Благополучия желаем, надежды, веры и любви. С днем рождения, Нина Михайловна! Наша Нина Михайловна. Услышав все, что сказали до меня, я понял, что никакими словами нельзя передать ту благодарность, которую я на самом деле испытываю к вам, потому что только благодаря вашему терпению, вашей настойчивости, вашему трудолюбию у меня получилась диссертация, которую мы с вами защитили. Большое вам за это спасибо. И от имени всех аспирантов большое спасибо за то терпение, которое вы проявляли, работая с нами, не всегда пунктуальными, не всегда послушными и не всегда такими хорошими учениками. Спасибо вам за это. Со своим опытом, со своим терпением, с любовью безграничной вы дали действительно такую хорошую путевку в жизнь всем студентам, аспирантам, сотрудникам, которые с вами вместе работали. И неважно, какими люди были за территорией высшего учебного заведения, вместе с вами они становились лучше, ярче, они становились, скажем так, более опытными. И хотелось благодаря вам отдавать вот ту любовь, которую вы давали нам, отдавать всем остальным. Большое вам спасибо за это, Нина Михайловна.